Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваш Невербор. Как по голосу можете судить, совсем еще не здоровый, далеко не здоровый. Но за время болезни разработчики накидали много ключей на всякие разные игрушки, поэтому, чтобы не отставать от графика, по чуть-чуть тренируем голос. И тренируем на новой игрушке под названием Metal Hellsinger. Что это? Это называется ритм-шутер. Да, я тут немножечко посмотрел так за кадриком, да, совсем чуть-чуть. Мы начнем с самого начала. Чтобы вы понимали, что, ох, насколько ошибались разработчики, когда Неверу дали эту игру в руки. Так, с обучением, небольшая себя обучение, истории, да-да-да, давай, врываемся. А вот, значит, Сэмы. Не знаю, почему я так рад этому воспоминанию, потому как она приняла и взяла меня, но я рад. А если что, да, играем мы за девочку-демоняшечку, там шикарно мощный вступительный ролик, который... Собственно, очень долго идет. Самое главное, что это действительно девочка. А мы играем против всяких демоняшек. Фишка игры в чем? Фишка игры в том, что здесь есть мощная музыка. И при бое нужно попадать в ритм. Ну, то есть вы уже чувствуете, что разработчики такие, наверное, смотрели мое прохождение Dark Souls и подумали, о, вот это человечище, который, ну, ни разу в жизни в ритм не попадет. Мы ему дадим, пускай он посмотрит, что это за игра. Пускай скажет, насколько это шикарно. О, я таким скажу, что да, это неплохо. То есть... То, что мне в этой игре не нравится, нивелируется тем, что мы играем за девочку-демонетку. Легальную, конечно, императором одобренную, само собой, это никаких там инквизиторов вызывать не нужно, но вот. Что есть, то есть. А стрелочки на экране — это нифига не обучение. Стрелочки на экране — это вот тот ритм, в который нужно попадать. То есть, вы понимали, я пытаюсь сейчас это сделать, но это нифига не получается. Зато у нас есть два крыла, мы умеем летать. А по сюжету у нас отняли голос. Символично, кстати, да, согласитесь. Голоса нет, но вы держите. И мы должны что-то сюда выбраться. Ач, ач, ач. Три удара, ни одного попадания в ритм. Просто красавчик, скажите. Не, я серьезно пытаюсь, но оно как-то не заходит. Так, а вверх можно? Я так смотрел недалеко, совсем чуть-чуть. А вверх нельзя. Сбоку. О, сбоку можно. Это ж слава богу, что еще демоны какие-то рахитозные пошли. Они не двигаются, ну, в основном. Где-то здесь я вообще пытался попасть, но даже попасть не мог. Скажите, Невер молодец в комментариях, да? Так, атаки так наносят больше урона. Игра, видите, пытается меня соблазнить тем, что Невер, ну, попытайся хотя бы попасть так. Выполнить 4 атаки в такт. Mission impossible. Mission невозможен. Так, что-то было, да? То есть, если с очень большой задержкой, и то не факт. Карл, и то не факт. Эдж. Еще одно попадание. Я надеюсь, они суммируются в общем, а не каждое в одну серию нужно, да? А? Да, да. Фух, они суммировались. Замечательно. Так, наверх нам не нужно. Короче, это как девочковый, демоняшный, красивый Dark Soul. Но там можно как-то выстрадать, выкатать перекат шкам, а здесь нет. Здесь придется попадать и учиться попадать. А чем игра и хороша? Так, давай, эч. Главное, что? Главное, лупи, не переставая, может быть, тебе повезет. Серия попаданий один. Один — это не серия попаданий, один — это просто хотя бы попал, называется. Хуц. О, двоечка была, мы шикарно, мы круты. Так, на shift, если что, у нас что, блок, да, блок. Какой-то странный блок с движением вперед. А, подсвеченные враги уязвимы. Совершите зверское убийство, уф, такт. Кроме того, что нужно мышкой в такт попадать, нужно еще и умф так нажимать. Но вы на кого напали? То есть я опять же пытаюсь. Вы не подумайте, я очень сильно пытаюсь. О, сработало, боже. Из него выпали зеленые кокулины. Прям уран для планет крафтера. Хорошая, годная вещь. Жаль, игра не там. А, да, сверху не зашло. Вот видите, когда начинают демоны двигаться, уже становится не так весело. Они начинают даже подпинать немножко. Тут есть, пошел вон, не мешайся. Так, а если я сделаю там лава, да? А может демон, да-да. Да. По мордасам лавой далеко не долетел. Обидно, печально, двигаемся дальше. Вот, что я говорил, девочка-демонеточка. А нам не нужны были слова, мы и так понимали друг друга. Думаю, это как любовь с первого взгляда, правда? Ну да, девочка-демонетка, рогатый летающий череп. Где бы мы это видели? В каком порнохабе? А видите ли, у всего вселенной есть ритм, да. Да, игра меня троллит. Игра с Невера издевается, говорит, Невер. Во всем во вселенной есть ритм. Тебе только нету. О, а такую байду я видел в Dark Souls.
Там, правда, в тумане было больше полигонов, он больше был похож на туман, но вот я чувствую, что сейчас будет что-то похоже на Dark Souls в этой... Ага, все понятно. О, слушай, а эта байда может плеваться. Паза можно использовать, чтобы поддерживать уровень ярости, пока нет поблизости демона. А, у нас есть уровень ярости. Вот это впервые. Я пытаюсь. Я даже нажимаю непрерывно на мышку, я не могу попасть. Кто придумал гребаный ритм? Нам таких пазов нужно штук 10 в форме пулемета собрать, чтобы да, у-ту-ту-ту-ту дела. А шкала яркости, ярости находится в верхней части экрана. Во! Она там была всегда? По-моему, ее там не было. Сдается мне, что нас обманывают. Вот тут-ту-ту-ту. Так, паз пошел вон. Попадание в так повышает ярость. Спасибо большое, капитан, неочевидность. Вот если бы они не в так повышали ярость, то да-да-да. Да, вообще да. Так, знать бы, что нам ярость дают. Ну, такое. Кстати, попадание не в так, ярость не повышает. Она грубо-сугубо снижается. А ты решил спрятаться, замазаться? Нет, не удастся. Тут возьмите пульсирующий бонус ярости, бог ты мой. О, слушай, а музончик такой, знаете, рок-н-ролл стал. Дес-метал же называется. А, бонус ярости. Когда уровень ярости 16 достигает, начинают звучать слова песни. Вы там слышите слова? Да вы шикарно. Чем выше ярость, тем больше урона вы наносите. А, во, пояснение, наконец-то. И попадание не улучшилось все равно. Сделайте мне слоу-моу тайминги. С отчетом 3-2-1, да? Может быть, тогда хотя бы раз мы попадем. Так уже не 16, уже 8. В эту игру надо круто играть в VR. Есть такое неблагое ощущение. Ну, по крайней мере, при определенной близости телевизора вы его точно расколотите. Экс. Что, еще один? Да, вот ты. И слава богу, не движется. Уже огромный плюс. Так, чтобы открыть врата мучений, завершить обучение, победите оставшихся воинов. Какой здравоумный демон пойдет за врата мучений? Ну так подумать просто. Врата розовых зайчиков там, я не знаю, врата лоли девочек, ну, врата мучений — это не стимул побеждать врагов. А информацию о изучении можно найти в разделе «Справка меню паузы», ну, допустим. Чё, как? Мне тудой? Давай. Упс. Такс. А значит, а когда я в лаву прыгал, не сработало, а сейчас можно. И вообще, дайте мне крыльями летать в игре. Мы ее пройдем в разы быстрее, в разы быстрее. Так, что у нас следующее? Следующее... Ух ты ж мать. Следующий у нас ад. Потом пытки. Потом оружейная хитрость, рассоединиться реликвии. Сейчас жутко извиняюсь, победите босса предыдущей области ада, чтобы продолжить. Ох ты, ёх ты, мах ты, ох ты, матусов, то хух. Не, ну вы понимаете, что я вам просто показать эту игру, я же не настолько... Мне хватило Dark Souls'а. На всю жизнь хватило. Так, звук. Место, к которому я был ближе всего. Столько лет прошло рядом с этим ледяным ужасом. Холод пробрал меня до костей. Боюсь представить, каково это было быть запертым тут навечно. А лучшие игроки... Ух ты, ёх ты. А вариант худший нету? Мы там займем почетное первое место. А выбор оружия. Пулемет. Меч. Всегда с нами. Слушай, а ты верчишься, не? Девочка-демон не вертится, но я прям вот чувствую, что разрабы уже заказали в Китае партию игрушечек. Раздевабельных, само собой. Сигил открывается под пытками. Оружие, что-то как-то кажется, что тоже да. Ну окей, отправляемся в Адь. Первая область ада был Вог, полный холода, льда и отчаяния. Я бы здесь поставил песню «А зима будет большая». Если вы понимаете, о чем я. Безымянной было все равно. У нее был план. А, вон что у нас такая веселая девочка-демоняшка-то. У нее план есть. Пронесла пару косячков с собой. Тоже дело, тоже дело. А, ледяная пропасть, я так понимаю, что... Ледяная пропасть. Ну, кто же знал, кто же знал. Вот с каждой удачной атакой увеличивает заряд суператаки и оружие. Вот такое есть. Так, забыл shift. Так. Это как нас карамсают слишком резко. Активируйте суператаку, нажав правую клавишу мыши, когда...
Я это без кашля даже произнести не могу. Желтая шкала суператаки. Мать перемать, вообще где такое придумали-то? А ну пошли ко мне, лишенцы. А, суператака — это супер круто под крутую музычку. Вот зря я ее пролюбил, да? Надо было подсохранить под что-нибудь нужное. А что хочется спросить, вот здесь вот что-то есть или это просто так, просто так, просто так? Окей, хотя бы враги не регенятся, как в Dark Souls, уже хлеб. Уже, Карл, хлеб. О, мы можем взлететь на раз, два, на два взмаха крыла. Кристалл Тикса. Полезно для здоровья. Ну, засунули в нужные места, если чё. Девочка, все-таки играем. Так, лава. Ой, а почему у него пулемет есть? Вот это не было разговора. Йоу, и пулемет не отдали. Волочи, они убили мой пулемет. Хотя бы урона от падения нет, уже хорошо. Так, 4. Что? Что, у меня суператака активировалась? Как я это сделал? Как я это... Не говорите мне, что я в ритм попал. Это обман. Невер в ритм не попадает, такого быть не может. Это что за ситка? Во! У меня есть дробай. Боже, это ж Дум. Это ж Дум, канал, это ж гребаный Дум. Так, точка. Ух, е! Бой. О, в смысле вы регенствовали, а? Дум не смотрели, а? Такие мы крутые, а у нас зарядов... Оу, а заряд-то заканчивается. Кто бы знал. Салон. Так, ладно, приберегем. Сложно попадать. Вот уже начался разговор. Сложно попадать в ритм. Попробуйте выполнить калибровку в Руки в настройках не калибруются. Злая, нехорошая игра. Так, дай мне меч. В смысле, у меня меча нету? Ой-ё. Можно мне меч назад? У меня с ним были нежные девичьи отношения. Особенно с его рукояткой. Так, всё, я вас понял. Нас насилуют демоны. В нехорошем смысле насилуют. Вон. Тот сказал, отлично. В каком месте отлично? Нас убивают. Закончились, надеюсь. Оу. Да твою ж налево. Где ты взялся? О, есть суператака. Суператака. Молодец, красавчик. Дайте мне зеленый кристалл. Быстро, я отсюда валю. 300. Не 300, но тоже хорошо. А то есть нужно всех победить, тогда нас пропустят дальше. Вы мне еще босса с двумя фазами здесь запилите, пожалуйста. Прям буду вообще супер сильно рад. Е. Серия попаданий из одного. Ну все? Нет, ты последний. В очереди на билет на Алюрене задержался, ну? Или не последний? Где? Где кто? Блин, все-таки босса выпустили, ну? Ну, гадно. А у меня зеленые кристаллы-то закончились. А зеленых-то кристаллов нету. Ой, нас убьют и будут правы. Минус один. Есть такое? Ну скажи, что это были последние пазя. Ух, е, пазяди, последние. Ху. Выжили-дюжили. Нет, здесь нас, конечно, убьют сейчас, скажу. Ну а куда мы денемся? Кристалл Хаус один поблизости. Ну прям даже не знаю, может быть это вот эта большая пульсирующая красная хренопупа. А вдруг? Ни на что не намекаю, но вдруг. Ты оно или ты не оно? Да ты оно, ты разозлила большую толпу новых монстров, что же сказать-то? Ех! Даже короночку сделали. Вот. И еще попадание. Слушай, мы сделали двоечку, а? Неужели эта игра научит Невера попадать в ритм? Вы сделали четверку, боже, это фантастика.
Эта игра поняла, что медицина здесь бессильна, просто безбрежно и безбожно подсуживает. Ай, давайте, господи. Кто же вас знал? Все? Типа демоны закончили, да? Нет? И дверная я раздался, да? Здравствуйте, мегамощная пушка. Кто-то там сказал, что у вас что-то там где-то, да? Это у нас супер собакомощная пушка. Не, нас убьют. Нас убьют в любом случае. У нас нет жезлы и зеленых кристаллов. Так нельзя. А демоточка, знаете, такая очень даже напоминает старый добрый Quake 3. Не знаю чем, но чем-то неуловимо напоминает. Ютуб, конечно, будет жмакаться, ругаться, но бог с ним. Игра того стоит. А идите же вы, а можно как-то, ну я не знаю, не... Ну, я вижу зеленый кристалл, ушел. Ох ты, ехать-то. Есть контакт. Пошли вон, девочек трогать нельзя, девочек демонов тем более. На это есть добрые дяди инквизиторы. А лучше добрые тети инквизиторши. Нет, это был не последний. Это был нифига не последний. Почему мы не лечимся от того, что мы их убиваем, а? Скажите, пожалуйста. Ну я же попадаю. Узи. С дюжлем. Вмиг со всеми расправилась. А чтобы выполнить быструю перезарядочку, К, нажмите в... Здесь даже перезаряжаться нужно в такт. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет, мы так не умеем. Так. Ту-ту-ту-ту-ту, вижу зеленый кристалл, не вижу препятствий. Иди ко мне. Нет. Есть. Где-то здесь еще зеленое мелькало, прям даже не знаю где. Прол вон, не мешайся. А куда мы вообще зашли? Так, на минуточку, утопиться в лавовом озере, да? Встреча с бегемотом. Что же может пойти не так-то? Слушайте. А кто из вас бегемот? Ты. Ох, ты ж есть. Так, давай, мега оружие. И все? Это был бегемот? Как-то даже грустно. А давай же ты, господи, убить его. О! Сплошное зло. Я прям чувствую, насколько классно это смотреть в записи. Есть такое ощущение. Сплошные благодарности в комментариях, типа Never, тряхамудия на экране. Мы это ж мы хотели, вот прям вот этого ждали. Но, друзья мои, на Римбол, как слышите, голосочек еще не тот. Особенно на двухчасовую его запись. Уди, противный. Так, нас ждет зеленый кристалл. У меня здесь одна заночка оставалась. Эч. Здравствуй, родная. Да, что ж такое ты будешь делать? Пошли вон. Гребаные кровосиси. Даже Dark Souls такие злые не были. Что, потеряли меня, да? А вот он я. С дробовичком. А в смысле вас толпа опять? Не-н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 е
прям. Аня, вот так вот кучненько, пожалуйста, и стойте. Чем кучнее вы стоите, тем проще мне вас попадать. Да. А музычка-то в ушах глохнет, да? А музычка-то глохнет. Демоняшка-то там на последнем своем демоническом издыхании. Так, уйдите, уйдите. Во, у меня же золотое было. Есть еще, нет? Уйди, пошел вон, противный, не обнимайся. Сейчас время ковидное страшное. А еще одного демона выпустили, да что ж за издевательство, у меня жизни нету.
Уйди, корпоративный, уйди. Уйдите все коллективно, над толпой. А стоп, он их тоже валит, слушай. О, безымянная была не на высоте. Но в следующий раз получится лучше. Вот. Не в этот раз, да? Не в этот раз. Игрушечку мы посмотрели. Моральный долг перед разработчиками выполнили. А новая находка Персефона. Стреляет далеко, но неэффективно. Общий счет неплох. Если кому вдруг понравилось, то в стимчанском она уже есть. Metal Hellsinger называется. Пишется гораздо проще, чем слышится. Так что вот. Наслаждаемся, пишем комментарии, друзья. Мы не забываем про наш Telegram, Discord и ВКонтакт. Ссылочки под видео в описании. И, по-моему, в конце при выходе из игры она делает крутую хупцу. А ну смотри, ну. О, в поворот, да? Крутяшно сделала. Хупца. Выйти из игры, выйти. Хы. Улетели. До встречи, друзья.